А вот по поводу того, что смешно и что не смешно. Сейчас очень много в социальных сетях есть стеба по поводу того, что в вашей Америке легализованы однополые браки. Вот ваше отношение, Александр, к этой инициативе? Вы знаете, у меня отношение вообще к подобным вещам, оно совершенно не изменилось с 90-х годов. Я считаю, что то, что я влюблен в девушку, а кто-то влюблен в юношу, в этом никаких проблем нет. Угу. Я считаю, что это не нужно сильно раскручивать как норму, возможно, но преследовать людей или издеваться над людьми только из-за того, что они другой ориентации или еще что-то, это просто глупо. Я говорил об этом и в 90-е годы. И я считаю то, что Америка... Вы знаете, когда президент Обама, так сказать, победил на выборах, это была прекрасная реклама Америки, то, что афроамериканец может добиться подобного поста. То же самое, то, что они легализировали однополые браки, да, я тоже считаю, что это реклама Америки и реклама свободной стране. В России это возможно? В перспективе в какой-то? Я думаю, что да. Я помню, что когда, вы помните, перед Олимпийскими играми у нас в Сочи, когда пытались, ну, и некоторые американские круги, и европейские да, круги. Да, эту карту разыгрывалась, да. Да, что вот тем атлетам нетрадиционной ориентации не нужно ехать, потому что нас их здесь ненавидят и просто будут там мучить или еще что-то. Отлавливают на улицах, да. Президент Путин выступил с речью и сказал, что мы ко всем относимся с уважением. Все эти стереотипы какие-то жуткие, они остались там... В том плохом, что было в Советском Союзе. В Советском Союзе было много хорошего. Я сам родом из Советского Союза. Но было и плохое, бесспорно. Поэтому я считаю, что да, почему нет? Я считаю, что и в России это тоже возможно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».